Пакуль у Росіі не адкрыюцца кінатэатры, у Беларусі не будзе прэм'ер. Такая залежнасць ставіць айчынную індустрыю ў складанае становішча. Вядома, што беларускія кіназалы працуюць, але фільмы там вымушаны дэманстраваць старыя. Навінак няма. Як выжывае галіна і што прапануе зараз сваім аматарам кіна-відэапракат у сюжэце Марыны Джалай. Диме Киянову у день наших видеоздымок исполнилось 10 годов. С початку эпидемии хлопчик у школу не ходил и в основном сидел дома. Але с нагоды первого юбилея пришел с татом у кинотеатр «Миньон». Яны разом выбрали дитячий фильм. Такая послуга, до речи, вельми сподобалася батьку с сыном. И, захопивши попкорн, пошли на сеанс. На этот раз яны были одни у зале. Подчас пандемии такая ситуация литерально у кожным кинотеатре. Хочется подарить праздник, да, сходить в кино, да, тем более, что... Юбилей, да, Дима? Вот. Хоть не дома в четырех стенах сидеть. Но вы так соблюдаете режим изоляции, да? Да, 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 да. Дима не ходил в школу. Вот, сидел дома четверть, все. Вот, но сегодня решили выбраться. Зразумела, что зараз як раяць эпидемиологи и медики лепш громадские места игноровать. А коли вельми хочется выйти у свет, причем максимально беспечно, можно арендовать залу кинотеатра «Миньон». Достатково выкупить 10 мест по 2,5 рубли, и это гарантует, что на сеанс больше никого не пропустят. Перед уваходом у кинозал супрацовники нагадают опрацовать руки антисептиком, який стоит побач с кассой. Нам удается... выходить из создавшейся ситуации благодаря достаточно большой, насчитывающей более 100 наименований, фильмотеки, фильмов на альтернативных, назовем так, цифровым, на DVD-носителях. И мы предлагаем сегодня вот эти фильмы, достаточно большой репертуар, детские картины, картины жанровые, триллеры, там, приключенческие фильмы, исторические и так далее, все, что есть. И более того, в связи с новыми, скажем так, особыми условиями, мы предлагаем нашим зрителям разные формы работы, немножко усовершенствуя их. В частности, вот в кинозале «Миньон» мы предлагаем такую услугу «Кино по запросу», когда наши зрители могут прийти и выбрать, собственно говоря, тот фильм, который их интересует. На стадии обмеркования махшимости набывать фьючерсы, инакш кажучи абонементы. По их можно будет приходить на любой фильм у гомельские кинотеатры. Марина Джала, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».